Всем добрый день. Провела я первое воскопирование индейки Ставрополи из генофонда. И вот что у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 неоплод и 5 яиц с кровяными кольцами. Вот такой вот у меня результат. Остальные все яички развиваются хорошо. Вот я их покучней положила. Посмотрим, что будет дальше.